ile döynür senin. Hissedersen ellerime dokunsan, sen bana nefes kadar yakınsan, bir canda çin çıkan yokumsan. Koy bugüne gelenler oynasınlar, Tiflis'i çal konanlar oynasın, eşk oduna güzel yananlar oynasınlar, koy bu reksi cavanlar oynasınlar. Наши подписчики, мы приехали в чудесный город Винница на прекрасную свадьбу двух прекрасных сердец, на чудесную азербайджанско-украинскую свадьбу. Давайте посмотрим, как сегодня пройдет мероприятие. Пойдемте. Какая прекрасная пара. Здесь оставляют все букеты, видимо, значит, такая традиция от ресторана. Желаем вам от имени нашего коллектива большой, огромной и крепкой любви. Спасибо. Чтобы большое. Вы всегда так же прекрасно улыбались от счастья, от везения. Успех вам во всем и красивых, крепких, здоровых детей. Спасибо большое. Всего доброго. Будь счастлив. Твои красавцы, только у любимых могут быть такие. Необыкновенные глаза. Здравствуйте. Этот ресторан считается одним из лучших, да, в городе Винница, правильно? Да. Дизайн красивый, естественно. Природа, конечно. Да, естественно, я это заметил. Вот такого побольше оригинального. Стол накрывайте по-азербайджански, да, чтобы даже палец никуда было ставить. Конечно. Да. Мы же все знаем, мы ко всему готовы. Азербайджанские традиции. Молодцы. Сейчас еще горячее пойдет, это будет. Это только холодное, это да. Горячее куда будет, наверное, второй этаж, конечно. Да, будет здесь. Видите, у нас уже первое холодное, во второй этаж. Уже первый этаж есть. Конечно. Отлично.
еще раз. Ну стоп. Раз, два. И радуйте ихнему счастью. Дай Бог, чтобы всеми народами на земле, всеми нашими была такая счастливая любовь, чтобы все танцевали, все пели, все гуляли, все были счастливы. На это очень прекрасно смотреть. Любовь — это высшая сила, которая объединяет нас. У любви нет ни границ, ни территории. Спасибо всем нашим подписчикам за то, что вы всегда с нами. Всего доброго, а мы путь. Спасибо огромное, всем пока, всего доброго. Было очень вкусно, спасибо за внимание. Мы все поели, отдохнули. Так, теперь нам пора, теперь нам пора. До свидания, вам.